Витископ. У каждого свой стиль игры, то есть у Надаля там сумасшедшее вращение, когда ты смотришь, то есть вообще это невероятно, как он там выполняет удары. И мне очень тоже нравится, как Энди Мара играет, то есть у него тоже свой стиль игры. У них у всех, то есть у четырех игроков, они все очень такие топ-игроки, которые что-то делают там лучше всех остальных. Поэтому мне как бы нету такого, что кого-то я там больше, кого-то меньше. Но вот в последнее время я больше смотрела именно Энди Мара, ходили мы с тренером, потому что он тоже как бы с ним очень хороший друг. Во время матча, то есть я сидела тоже в его боксе, когда он играл. То есть было очень интересно посмотреть, и я думаю, что это хороший очень такой опыт для меня, и именно профессиональный, потому что он очень долго уже в туре. Мы сидели, он сидел там перед матчем как раз, и мы к нему как бы присоединились и сидели всей командой. То есть уже я его знаю, меня тренер познакомил с ним, и он мне там тоже, мы с ним общались по поводу его матча, по поводу там моего, как я играла там, какие планы. Как бы он очень такой добрый, очень хороший. Наверное, победит Джокович, так кажется. Но вот сейчас я знаю, что Федерер очень хорошо играет, очень такой неуверенный такой. Был турнир в Шанхае, и он очень здорово играл там. Посмотрим, все очень уже уставшие, потому что уже конец года, уже и женщины, то есть и мужской тур тоже уже, они там подустали, у каждого травмы уже вылазят, какие-то старые или какие-то там новые, которые кто-то получил. Поэтому надеюсь, что он закончится там хорошо, и будут хорошие, очень интересные матчи. Витископ. Спортивное видео.